В этом видео мы покажем результаты ортодонтического лечения. У пациентки перекрестный прикус, смещение средней линии на нижней челюсти вправо на 4 мм, соотношение маляров по первому классу Энгеля. На момент лечения пациентке был 21 год. Длилась ортодонтическая коррекция 14 месяцев. Лечение проводилось с использованием металлической самолигирующей брекет-системы. Также в день фиксации были установлены окклюзионные накладки для разобщения верхнего и нижнего зубного ряда. Лечение проводилось с последовательной заменой дуг, применением эластичных цепочек и межчелюстных тяг. Исправление перекрестного прикуса происходило за счет изменения наклона зубов 1-1, 1-2 и 1-3 под действием ортодонтических дуг. Коррекция смещения средней линии проводилась с использованием косой межчелюстной тяги. По завершению ортодонтического лечения произведено снятие брекет-системы, шлифовка, полировка зубов и установлены несъемные ретейнеры на верхнюю и нижнюю челюсть. Видео про снятие брекетов можно посмотреть по ссылке в описании. Спасибо за просмотр. Если вы хотите видеть больше видео про ортодонтическое лечение, то подписывайтесь на наш канал.